Так, здравствуйте, мои дорогие друзья. Итак, я хочу вас, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. У меня просто ни одного подписчика нету. Так, начнем. Сегодня я вам покажу мои украшения. Не мои и мамины украшения, а лично мои украшения. Так, вот вы видите перед собой такую статуэточку. Мне ее подарила подружка. Вот здесь вот написано «I love dance». И такие балеточки нарисованы с бантиком. Открываем. Что мы видим? У меня здесь лежат сережки, вот такие вот. Сейчас я одну покажу. Вот эти сережки мне мама привозила на юге. У нее красивые такие бантики, миленькие, вместе с балетчиками. Следующее. Как вы все знаете, кто ходит, конечно, в Диву, постоянно, каждую неделю, там вот такие есть пончики. Вот они у меня тоже есть. Так, давайте к следующему перейдем пончику. Вот такой пончик. Это все сережки. Следующий пончик. Вот такой пончик. Такой вот он красивый. Ну, остальные пончики я оставила у бабушки, так как я их там просто забыла напросто. Следующий. Вот это вот мне в прошлом, позапрошлом даже году. Подружка подарила на день рождения такие сережки самодельные. Я их еще ни разу не одевала, потому что мне их не под чего просто одевать. Следующий. Это на этот день рождения мне подружка подарила вот такие вот украшения, вот такое из Дивы. Здесь нарисовано такое сердечко, я его сейчас переверну. Такой бантик. Ну, тут такое сердечко, оно как бы Нью-Йорк. Ну, и в конце вот здесь, я не знаю, видно будет ли, такое сердечко написано «Дива». Тем. Вот такие вот сережечки, бантики мне мама купила. Недавно, прям вот. Недавно. Следующие сережки вот такие. Мне их тоже подарила подружка, но на этот день рождения. Я их вообще ненавижу. У меня из-за них кровь из уха течет. Это вообще ужасно. Я их дезинфицировала еще. Вот такие же сережки, как я вам показывала. И такое ожерелье. Вот. Красивенькие. Вот тоже нашел, но они сразу тяжелые. Так, убираем. Шкатулка достаточно объемная. Туда влезает около 20 моих сережек. Ну, я вам все не буду показывать их потом. Вот. Наверное, все девочки собирали вот такой вот журнал «Роднетки». И, наверное, каждая дошла до второго выпуска, которым прилагалась вот такая вот коробочка. Там хранились всякие вот такие вот украшения для... Как это объяснить? Я забыла слово «браслета». Вот. Так, переходим к следующему. Что у меня здесь лежит? Вот такая вот штучка. Это браслетик на телефончик. Мне его мой одноклассник подарил на 8 марта в этом году. Ну, в общем, типа, ну, миленький такой, но тупой подарок. Следующий. Блин, что же такое? Такое? Вот так. Это вот такое украшение. Мне его подарил тоже одноклассник, но он мой еще сосед, на позапрошлое день рождения. И вот, следующее. Здесь у меня лежит кольцо, которое я носила очень давно, года 3 назад даже. Угу. Следующее мое колечко. Мне его недавно, я его купила, просто приобрела его в стоке за 69, по-моему, рублей. Такое красивенькое. Следующее кольцо. Вот оно, мое любимое самое. Приобрела я его в Алабино за 50 рублей. Оно меняет цвет. Я не знаю, в камеру видно, какой он такой. Видите, зелененького, желтого, переливающегося цвет. Теперь смотрите, я его в руке сейчас задержу. Ну, я вам потом покажу, какой он цвет свой поменяет. Когда оно все уже поменяется. Так, перейдем к следующему. Вот сейчас я его сниму. Колечко, еще одно. Мне его на этот день рождения подарил одноклассник, который какой-то сосед. Вот. Настоящим таким бриллиантиком, но он у меня уже не сверкает, как, так как оно у меня уже все запылилось сильненько. Придется его чистить. Я выхожу каждую неделю чистить, но он у меня очень быстро запыляется. Так, наше кольцо, он еще не поменял цвет, его нужно на холод. Сейчас я его уберу. Место в одно. Итак, приступим к следующему. Такие же сережки к украшению. К зеленому. Вот. Следующее. Вот такие серьги.
Мне их подарил брат на день рождения на это. Они мне очень нравятся, офигенные просто. Следующее. Конечно же, из дивы, как же я бы не обошлась без такого браслета пончиков. Вообще прикольно, прям красота. Давайте посмотрим на наше с вами кольцо. Меняла ли оно цвет? Поменяла, смотрите, что. Быстрее, давайте вам покажу. Видите, у меня зелененькое, синенькое всякое стало. Видите, оно меняет прям перед вами цвет, такой зеленый. Давайте понаблюдаем за ним. Видите, желтей. Меняется, сейчас оно вообще черное останется.